древней истории остров Шри-Ланка был известен под различными именами – Тапрабана, Сиринтип, Синхаладвипа и Цейлон. Современное название в переводе с санскрита означает «великолепная земля», насладиться которой и предлагается гостям острова. Природная красота острова, тропические леса, пляжи и покрытые зеленью ландшафты, а также богатое культурное наследие делают Шри-Ланку всемирно известной туристической достопримечательностью. Шри-Ланка находилась под португальским, голландским и британским господством с 1505 по 1948 года, однако многие признаки колониального наследия сохраняются и по настоящее время. История страны, насчитывающая уже несколько веков, отражена в хронике Махавамса. В ней описаны основные события, происходившие в период, начиная с визита Будды в Шри-Ланку около 2500 лет назад. В Шри-Ланке сосуществует четыре основных мировых религии – буддизм, индуизм, ислам и христианство. Тесное переплетение культуры и традиций острова породило поистине уникальные объекты исторического наследия, не имеющие аналогов в мире. В список мирового наследия ЮНЕСКО вошли 6 культурных и 2 природных достопримечательности. После обретения страной независимости в 1948 году Шри-Ланку, казалось бы, впереди ждало благополучие, процветание и перспектива стать одной из ведущих стран Азии. Однако ожидаемый подъем был недолгим. Нарастающий вал неразрешимых политических противоречий привел к подавлению марксистского восстания в 1971 году. И хотя оно было подавлено, однако заложило с собой основу будущего вооруженного восстания сепаратистов. Тысячи людей стали жертвами этого военного конфликта, длившегося почти 3 десятилетия. К 1976 году страна уже находилась в остром политическом кризисе, что привело к основанию сепаратистской организации «Тигры освобождения Тамила Лама», выступавшей за создание отдельного тамильского государства на северо-востоке Шри-Ланки. В 1983 году в стране вспыхнула гражданская война. Жители острова страдали от постоянных террористических атак, проводившихся в столице страны и ключевых государственных институтах отрядами сепаратистов. Взрывы приводили к гибели сотен мирных жителей, от простых людей, передвигавшихся на общественном транспорте, ведущих общественных деятелей и политиков. Почти все политическое руководство южной части Шри-Ланки было выслежено силами сепаратистов и большая часть убита. Все попытки мирного урегулирования конфликта оканчивались провалом, и к 2000 году под контролем тамильских тигров находилось уже 76% территории страны. В течение 1990-х годов жертвами «черных тигров», как называли террористов-смертников, стали индийский премьер-министр Ранджив Ганди и президент Шри-Ланки Ранасингхе Примадаса. Вступивший в должность в ноябре 2005 года действующий президент Шри-Ланки Махинда Раджапакса пообещал населению урегулировать конфликт путем проведения переговоров или же ликвидировать терроризм военными средствами. Этому решению предшествовало проведение 4 раундов мирных переговоров, а также заключенное в 2002 году соглашение о прекращении огня между правительством и тиграми освобождения Тамила Лама, нарушенное сепаратистами в 2005 году. При поддержке населения и внешней военной помощи правительственные войска окончательно разгромили тамильских тигров, убив их лидера Вилупилай Прабхакарана в мае 2009 года. На заключительной стадии конфликта все внимание как местных, так и международных СМИ было приковано к освещению войны. Правительственные войска успешно брали под контроль ключевые объекты тигров. После захвата города Килиночи под контролем сепаратистов осталась лишь территория Мулай-Тиву, тогда тысячи людей были использованы в качестве живого щита. Те, кто выжил в столкновениях войск, были заперты в ловушке на небольшом участке земли. Правительственные войска Шри-Ланки провели спецоперацию по взятию под свой контроль последнего района, освободив заложников при одобрении общественности и Совета по безопасности ООН. Эвакуированное в ходе заключительного этапа войны население было размещено в лагерях временного пребывания, созданных правительством. До окончания процесса разминирования территории, ранее находившихся под руководством тигров освобождения Тамила Лама, люди не могли вернуться обратно в родные деревни.
Шри-Ланка является единственной страной в мире, в которой были успешно ликвидированы сильные и отлично снабженные и подготовленные экстремистские вооруженные силы, проводившие партизанскую войну, вербовку детей и этнические зачистки. Тигры освобождения Тамила Лама первые решили использовать в своей деятельности террористов-смертников. После объявления правительством об окончании войны в мае 2009 года население испытало огромное облегчение от того, что тень войны наконец была отброшена. Жители Шри-Ланки праздновали победу. Больше можно не бояться террористических атак сепаратистов и стало снова возможным без опасений передвигаться по стране. Впереди было еще много того, что необходимо будет восстановить. Правительство приступило к выполнению комплексной программы по возвращению перемещенных людей домой, восстановительным работам и реабилитации. Задача по переселению сотен тысяч семей, покинувших свои дома на севере и востоке страны, была реализована в короткие сроки в рамках плана мер, утвержденных правительством. Процесс расселения и реконструкции имеют постоянный прогресс и не прекращаются ни на час, и к настоящему времени восстановительный процесс уже близок к своему завершению. Почти 12 тысяч бывших участников конфликта, в том числе 595 детей-солдат, добровольно сдались правительственным войскам после окончания конфликта и в период, предшествующий ему. Они были успешно реабилитированы в рамках национального плана действий. В 24 организованных и реабилитационных лагерях сдавшиеся участники «Тигров освобождения» Тамила Лама были разделены на три части – командующих, бойцов и насильно завербованных. Порядка 8 тысяч человек, тех, кто не был обвинен в совершении преступлений в военное время, были успешно реабилитированы. Реабилитированные, обеспечены необходимой поддержкой для получения образования. Спустя 4 года после окончания конфликта, когда основные цели уже были достигнуты, в обществе все чаще стал раздаваться вопрос, кто же ответственен за все преступления, имевшие место в ходе войны? Для ускорения процесса послевоенного урегулирования правительство Шри-Ланки создало официальную комиссию по извлечению уроков из конфликта и примирения. Эта комиссия должна была подвести итоги произошедшего с 2002 по 2009 год и предоставить структурированный отчет с выработкой подробных рекомендаций. Доклад комиссии был обнародован 16 декабря 2011 года. Он получил высокую оценку за содержание правительством Шри-Ланки и включал в себя рекомендации для достижения конкретных улучшений, в том числе и в области прав человека. Принятый правительством страны к руководству национальный план действий по итогам рекомендаций комиссии по извлечению уроков из конфликта и примирения содержал перечень мер, которые должны были быть реализованы с точной постановкой, определением сроков и графика выполнения поставленных задач. В марте 2012 года правительство Шри-Ланки выступило с заявлением о разработке плана действий по реализации рекомендаций комиссии. Приоритетными задачами рекомендаций являлась поддержка программ, направленных на нейтрализацию межнациональной напряженности среди населения. Одним из аспектов рекомендаций, воплощаемых на практике, является поощрение на государственном уровне проектов, направленных на организацию межкультурного взаимодействия, создание этнически смешанных клубов и школ и улучшение доступности образования для жителей всех районов острова. Программа проводится при непосредственном участии студентов из пострадавших районов, которые испытали на себе многочисленные трудности в результате 30-летнего конфликта. Сегодня тысячи школьников и студентов участвуют в многочисленных государственных проектах в области развития навыков и умений, организованных под эгидой правительства Шри-Ланки, что является еще одним примером устойчивого прогресса по национальному примирению. Правительство страны продолжает уделять приоритетное внимание еще незавершенному процессу восстановления. Свое видение пути преобразования и стратегическое представление будущего страны действующий президент Махинда Раджапакса изложил в концепции, названной Махинда Чинтана. Махинда Чинтана отражает комплекс мер, направленных на поэтапное социально-экономическое развитие страны, включающее позиционирование острова после окончания конфликта на международной арене как современного развивающегося чуда Азии. We'll be right back.
Обеспечение устойчивого развития, прогресса и текущих достижений возможно лишь при обеспечении межнационального примирения и мирного сосуществования, направленного на благо и процветание всех жителей острова. Мировое сообщество сделало огромный вклад в развитие Шри-Ланки, и эти усилия непременно помогут стране выполнить ее миссию – стать современным чудом Азии.